Невероятная и зрелищная техника, сумасшедшие удары и тяжелые брутальные нокауты. Слава Муслима Салихова очень быстро вышла за пределы Китая, где он в эпичных боях с родоначальниками восточных единоборств завоевал титул короля кунг-фу. Он провел несколько крутых боев в AJ1 Challenge. А сейчас Муслим успешно выступает в октагоне UFC, где идет на победной серии из 5 поединков подряд. Между двумя этими организациями в карьере Салихова был период, когда он вернулся в Поднебесную и провел там ряд запоминающихся поединков. Сегодня мы с вами посмотрим бой с турнира Kunlun Fight, который прошел в октябре 2016 года. Противостоял Муслиму опытнейший бразилец Айван Жорже по прозвищу Бэтмен, шедший на тот момент с впечатляющим рекордом 27 побед и 7 поражений. Российским зрителям он был хорошо знаком по выступлениям на турнирах M1 Challenge и Fight Nights, а также имел за плечами несколько боев и в UFC. Более 10 лет он был лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории. Бессменный чемпион Pride UFC в тяжелом весе, чемпион Rings в тяжелом весе, четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, живая легенда, пример для целого поколения спортсменов и великий человек. Новый документальный цикл о Федоре Емельяненко повествует о пути последнего императора. Детские годы, первые победы, громкие успехи, грандиозные сражения на ринге и жизненные перипетии. Также сериал будет посвящен и подготовке к бою против Тимоти Джонсона, первого за последние 6 лет поединки Федора в России. Зрителя ждут уникальная экскурсия по родному городу последнего императора, Старому Осколу. Не рассказанная ранее нигде история из биографии, знакомство с его ближайшим окружением и командой, а формат документального реалити позволяет зрителю оказаться рядом с легендарным бойцом в моменты тренировок, отдыха и размышлений. Смотрите документальный сериал «Федор Емельяненко. Правила последнего императора» эксклюзивно на YouTube-канале «Окко Спорт». Ссылка будет в описании.谢谢叶子兄的一根棒棒糖。今年三十二岁，身高一米八零，本期里面来我直播间两点钟，我们聊一聊吧。谢谢叶子兄的棒棒糖。是的，没有错，这是现场直播。沙皇，吴新年五谷ring啊，唯一萨克斯坦啊，林格里达瑞巴亚斯，卡罗尔库普，皮克卡尼，champion Mira，丹尼哥斯巴拉，WBJ，穆斯林，沙利霍，可惜，我也觉得是意外会赢。现在流浪者的一个鼓掌。红方选手今年最最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 最
чемпион. Hoy estoy muy feliz en luchar por la primera vez en China para Canto Vermelho do Brasil. Bienvenido y bien, Batman Jorge. Ah, 谢谢七七的一个鼓掌，还有流浪子继续的鼓掌，感谢，谢谢妙趣天星。观众朋友，大家好，您现在收看的是世界顶级格斗。我觉得这一场巴西队之夜六，浙江义乌站的比赛现场，我猜了，昆仑决亚伟。大家好，我是赵岩。这是也是一场我们非常期待的比赛啊。阳光哎，有点这个确实名副其实。鼓掌，我们来看这一回合，马上就要开始了。这场比赛我觉得这个穆斯林面临这个问题，就是他一定，我觉得一定要选择去战力上面去重创对手。对，因为两个人的来头都不小啊。对，我们看到他们的背景资料就相当的强大。是，伊万霍尔的，他的应该不是一个摔跤手出身，所以他怎么能够把穆斯林拖到地面是一个问题。对，我们刚才穆斯林用了高牌的动作。是。那正好赶上伊万往前冲，也是一个蹬到了裆部。对，这场比赛的话呢是非常有看头啊。啊，对，两个人的应该说战术意图的话非常的清楚。嗯，穆斯林肯定是要打战力。对，对手必须要把他拖到地面。哦，哎呀，很准，后手反击很准。其实我也是希望看看穆斯林在这个 MMA 这个水平上现在已经到了一个什么水平。对，尤其我想看一下他地面。哦，漂亮。战力还是穆斯林木要精准一些。这个前手的上勾拳击中对手啊！哇，漂亮！结束了！结束了！啊，又被击倒了！我们一直在说，这是直接 KO 了。杀招啊！
转身后蹬，后蹬腿，而且击中下巴，太快了！非常多快速解决的比赛。哇，这个真厉害！哇，这个比赛太漂亮了，这个动作太漂亮了。穆斯林姆老当益壮啊！哇，这个我觉得穆斯林姆……我勒个去，我猜错了。格斗的这个生涯啊，应该说刚刚开始。对呀、啊，刚刚开始，因为他打了只有八场，这第九场比赛啊。打厉害呀、啊！哎呀，谢谢棒琴的一个溜溜选择啊！我们来看，棒蹦，正好动下巴、哦，下巴和脖子的位置、啊。漂亮的这个，太狠了！对自己太自信了，这一下之后我不再进行任何的追击，这就是充分的自信心展现的。这个太厉害了，这个就是实力啊！不用追击了。如果他再进行地面砸拳追击的话，看一下最后发现，漂亮一个转身。后蹬腿，他的招牌动作已经放开了，对对，已经眼睛已经发直了。对，哎，半琴这位朋友，你明天意外啊，他这个抗击打能力真的来一下直播间，选手这个肯定失去记忆了，完全失去。我们看伊万的体型，脖子很短，确实抗击打要好啊！恭喜穆斯里木，哎呀，真的是我想到了这个赛前，我想到自己可能会能够赢拿下这场比赛，非常精彩。是的话，确实以他的招牌动作来结束比赛，只能说经验太漂亮了，这个。我觉得这个时机的掌握，这个技术的完美程度的话，也是邵华的这个对啊，顶级的球毋庸置疑。无论是铁笼还是围绳，这个格斗的刚刚有人问说主播到底什么无法想象的空间，这个情况就是刚刚一个转身后蹬腿直接踢中了伊万的下巴 KO 结束比赛。双方选手在第一回合一分成 KO 获胜 and winner by the blue corner。穆斯林姆反打沙皇，中国最强散打外敌，还是拿下了本场比赛胜利。董事长郑浩，昆仑决大赛赛事总。